ушел из жизни Яков Брандт. Скончался известный столичный кардиохирург, руководитель отделения неотложной коронарной хирургии НИИ имени Склифосовского. Ему было 63 года. Предварительная причина – сердечно-сосудистая недостаточность. По некоторым данным, проблемы со здоровьем у кардиохирурга появилась некоторое время назад. Он наблюдался в своем же институте, а 30 мая был госпитализирован. Утром 12 июня он скончался в НИИ Склифосовского. Яков Брандт – заслуженный врач России, лауреат государственной премии. Он также вел телепередачи «Без рецепта» и «Кома». Выражаем свои соболезнования семье и близким. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!